Знайте, что отвратительны мне те, кто нищ духом. Это вонючие овцы, глупо ревущие от голода в своих стойлах. Отвратительны мне также те, кто плачет, и те, кто молит о пощаде. Никому не будет пощады, и некому спасти их. Кротость ненавижу я, потому что где кроткий, там и тот, кто мучает его, как скотину. Знаю я также, что никому нельзя прощать, потому что тебе никогда не будет прощено даже то, чего ты не делаешь. Сердце свое уподобить надо комнате, где никогда не загорается свет, и скрывать его больше, чем тайные места тела, потому что истинный стыд в сердце, и стоит открыть его, как все станут смеяться над ним. Если кто протягивает тебе руку, ударь ее ножом, потому что хочет он тебя столкнуть в могилу или увлечь туда за собой. Истинно говорю вам, отравлены ладони, протянутые вам, яд смерти на них. Нет ничего слаще крови и слаще наслаждения разрушать созданное. Так просто разрушить то, что создано. Где же сила создавшего? Истинно говорю вам, дети превзойдут родителей своих. Ни к чему искать сложное, потому что смерть решает простым способом. Восстаньте и убивайте их, чтобы все они умерли.